Всем привет! Всех вас с Рождеством, с Новым годом! Я в Конаково. Сейчас я отправлюсь по маршруту, который всем известен, от Конаково до Твери. Но не вот как все обычно это ездят летом, а вот зимой я решил проехать. Посмотрю, насколько проезжая эта дорога. Разделю этот маршрут на три этапа. Первый этап — это преодоление дороги по льду от Конаково. Потом сам непосредственно лесной маршрут. И третий этап — это будет от Каблукова до непосредственно Твери. Потому что я поеду, скорее всего, по проезжей части. Там, где, ну, там есть альтернативный путь по лесу. Не знаю, насколько мы проезжаем. Проезжабельный. Вот, и я решил от Каблукова. Сегодня я поставил себе плюсовые колеса 27 с резиной 2.6 Швальбе Ice Parker Pro. Вот, думаю, что на них будет мне полегче чуть-чуть проехаться. Все, я поехал. Да прибудет с нами сила. Так, первый этап, мне надо переехать Волгу по льду. Но здесь дорога. Вот мне кричит. Спасибо! Дяденька кричит мне, куда идти. Вот. Вот туда мое направление. Видите, паром на причале на всю зиму. Вот. А здесь вот такая вот дорога размытая. Все, поехал. Опа. Слушайте, ну ехать можно. Единственное, что, конечно, вот из-за такого вот, ай, велосипед кидает из стороны в сторону. Приходится, надо спешиваться. Наверное, сейчас я пойду немножко пешком. Вот. И надеюсь, не уйду под лед под тяжестью доспехов, как тевтонский рыцарь. Навигатор показывает, что у меня над головой нимб, потому что я иду по воде. Но это только навигатор. Итак, первый этап я преодолел. По льду переехал теперь. Ай, блин! Йо. Скользко. Так, первый этап я преодолел. По льду переехал. Теперь едем по лесу. Второй этап. Думаю, будет немного сложнее. Вот. И надеюсь, сегодня меня не застанет снегопад, который обещали по прогнозам. Такая красота. Пахнет печкой, тишина, покой. Совсем не как в городе. В городе как-то болезненно все. Здесь все по-настоящему. Вот. Следующий сейчас пункт, более-менее значимый, это будет Юрьево Девичье. Дорога от Юрьева Девичьего до Деминовых горок. Я скажу так, едется довольно-таки легко. Тут проехал какой-то трактор, судя по всему, почистил. Потому что эта дорога пользуется. Так что едется лайтово. Летом здесь, кстати, тяжелее. Здесь колдобины от тяжелых машин. И приходится постоянно перестраиваться туда, то сюда. А сейчас хорошо. Вид заснеженных елей меня просто завораживает. Это такое зрелище,
почти как, наверное, как огонь. Можно смотреть бесконечно. Ну а вот теперь начинается самая красивая часть маршрута. Вчера был совершенно волшебный день, отличная просто дорога. Я не знаю, вот по этой дороге лучше ездить летом или зимой, как красивее. И так, наверное, хорошо, но летом свои, наверное, преимущества, пахнет соснами, тепло, но зимой это просто сказка. Заснеженный лес, прям, я поехал еще на Рождество. Вот, и в этом тоже какая-то магия есть. Ночевал в лесу, мне какой-то сон снился. Я не знаю, как его понимать, но он был явственный, четкий. И один. Вот, вся ночь прошла как бы в таком забытии. И один единственный сон приснился. Странно. Вот. Ладно, сейчас буду собираться. Ночью снег шел, вот, и достаточно прилично. Видите, вот я надеюсь, что не сильно дорогу занесло, по которой мне сейчас ехать, потому что там машины, очень не хотелось бы. Так она узкая, еще и от снега уже стало. Вот кофе пришлось два раза переваривать. Убежал у меня кофе. Вот сейчас жду, пока он чуть остынет, буду пить кофе, собираться и поеду. Вот. В общем, та часть маршрута, которая именно мне казалась самой трудной, она оказалась самой легкой и самой красивой, и самой приятной, и запоминающейся. Вот. Ну, осталось чуть-чуть доехать до Твери. Все, выехал на лесную дорогу. Тут какие-то машины даже есть. Ну и спасибо, они мне укатали снег. Легче будет убираться. Навалило так прилично. В принципе, ехать можно, только осторожно. Желательно, конечно, такой маршрут в группе преодолевать, потому что машин все-таки много. Но они едут группами, то есть такими наездами, а потом их просто нет. И ехать можно спокойно. Еду, стараюсь осторожно. Да, Оршу по льду перейти, наверное, невозможно было бы. Это хорошо, что я поехал по
по дороге. Иначе бы я попал бы в тупик. Все, я заезжаю в Тверь. Уже был знак, что я въехал в город. Но пока вы видите вот такой чудный лес, дорога была полна приключений, которые я бы не рекомендовал испытывать. Просто было иногда очень опасно. Ну, надеюсь, они закончились. Впереди будет город. Дальше электрички, домой. Всем хорошего катания.